Здравствуйте, с вами Полли. Сегодня я вам расскажу еще об одном конкурсе для художников. Если вы являетесь художником и тема конкурсов для вас интересна, не забудьте подписаться на этот канал Полли. Я каждый месяц рассказываю о разных международных конкурсах и выставках, где можно принять участие, если повезет, то попасть на выставку или выиграть какие-то призы. Также, пожалуйста, делитесь своим мнением в комментариях, пишите. И если мое видео вам понравится, ставьте лайк. Под видео находится, как обычно, ссылочка. Вы можете пройти, прочитать полную информацию о конкурсе и поучаствовать. Я вам сейчас вкратце расскажу. Это художественная премия Альминера. Поучаствовать можно до 30 июня 2024 года. Но там участие платное, 45 евро за одно художественное произведение. Принимают работы из любых стран. Те, кто пройдут по конкурсу, чьи работы подойдут, будут участвовать в выставке в Испании. Выставка пройдет с 1 по 31 ноября 2024 года. Плюс еще будет какая-то онлайн-выставка, то есть там будет физическая и онлайн. Там будет много категорий: фигуративный, натюрморт, портрет, рисунок, пейзаж, природа, животные и другие. Какие работы просят присылать? Фигуративные картины от гиперреализма до импрессионизма. Что сюда входит? Гиперреализм, фотореализм, сюрреализм, импрессионизм, современный реализм, имажинативный какой-то реализм. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, вот разные виды реализма. И в том числе гиперреализм и сюрреализм. Работы могут быть выполнены маслом, акрилом, акварелью, карандашом, гуашью, тушью. Принимают все традиционные медиумы. Там будет много денежных призов. 10 тысяч евро, 9 тысяч евро, 4 тысячи евро. Ну, там я не буду уже рассказывать. Там самые главные призы посвящены там каким-то, в общем-то, достижениям в данном конкурсе. Еще будет 7 призов в категориях по 500 евро. И один приз 500 евро – это молодая премия. То есть, наверное, для молодых художников. Я не знаю, какая у нас еще будет ситуация до 30 июня. Я подумаю. Вообще, я хотела бы поучаствовать в этом конкурсе, потому что есть возможность попасть на выставку. Ну, не совсем дешевый, конечно, вход. 45 евро за одно художественное произведение. Хочется обычно несколько произведений как-то нарисовать, предоставить. Но я подумаю, может быть, я и поучаствую. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом конкурсе, надо ли участвовать, будете ли вы участвовать, что вы мне посоветуете. Ну, скажем так, больше 50% я склоняюсь к тому, что надо вообще поучаствовать. Надо оторвать от сердца 45 евро, но нужно иметь еще и хорошую картину, потому что фигуративные картины, это еще надо вникнуть и подумать, чтобы такое отправить на конкурс, чтобы попасть на выставку. Потому что участие, для меня участие это не главное. Я овен, и для меня очень важна победа. То есть без победы как-то неинтересно. Говорят, что главное не победа, а участие. У меня совсем другое представление. Я все-таки нацелена на победу, на достижение результата. Если не премия, то хотя бы, ну, в общем-то, выставка, физическая выставка меня интересует, не онлайн. Вот, так что надо, конечно, стараться. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!